Рижан продолжается. Сотник отбивает шайбу перед собой. Аликин, Куалье поехал на добивание. Бросок и гол. 2-1. Рижская «Динамо» сокращает отставание в счете. А мы поздравляем Кристопса Зили. Первый гол в этом сезоне забивает молодой латвийский защитник. Архипов едет к воротам. На длинных руках пытался вырулить, на пятак не получилось. Бросок Терещенко и гол! 1-1! Терещенко так плотно приложился. Я вот, честно говоря, даже не видел, там на пятаке кто-то был, нет. Мне кажется, там особого трафика-то не было. Но такой мощный бросок от Терещенко... Что, Рафикова еще один, 3-2. Локомотив опять выиграл вчистую, бросил Рушан Рафиков и попал. Ну, тут уж Ежов не выручил. Артюхин. Немало игрового времени, получает четвертая тройка, и это гол 4-4. Забросил шайбу Сидоров, для него это дубль. Очень просто играет Акбарс, и при этом очень эффективно. Какой он? Кемпер? Горынский шайбу себе возвращает, и вот опускается Кемпфер. Прямой бросок. Пуник. Диц замахивается, и Диц кладет в девятку. 3-2. Становится счет. Единственный свой момент во втором периоде на 100%. Реализовали. Дарит Диц подтверждает звание лучшего снайпера-защитника континентальной хоккейной лиги. Так, досмотрим эту атаку. Какой бросок и какой гол! Роман Савченко, 2-1. Савицкий обработал шайбу, ушел от соперника, взял паузу. А затем мощный бросок в тот момент, когда обзор Магнусу Хелбергу закрывали. Обратная передача от Удела. И еще бросок Алиева, но вот с третьей попытки пробивает. Тут, конечно, более выгодные позиции для броска. Прямо напротив ворот Галиев находился и буквально расстрелял Александра Лазошина. Бочаров. В полном составе «Магнитка», слышим диктора. И это гол! Дальний бросок Джесси Блэкера. Шайба меняет свою траекторию и влетает в верхний угол. 3-2. Ошибаются хабаровчане. Митякин под бросок. И шайба в воротах. Михаил Сидоров прошивает Евгения Аликина.